потеря. Вновь хороший прессинг. Мяч не удалось отобрать. Вот этот перевод в центр хороший. Фунтес, надо делать пас. Хорошая передача. И пошла контратака. Быстро передачу надо. Вот эта передача проходит. 1-0. Прекрасная, идеальная контратака в исполнении Рапида. Очень-очень здорово сыграли все футболисты. Забивает Китагава. И очень хороший пас от Фунтеса. Прошли абсолютно все передачи чисто в нужное время. Вот буквально на полсекунды везде, там, на четверть секунды, все футболисты Рапида были быстрее в принятии решений. Это при том, что... Ну вот смотрим еще раз. Чуть бы пораньше, да, и эта передача проходит. И не успевают, посмотрите. Просто не успевают игроки Вольсберга вернуться. Очень хорошая контратака. Посмотрите, как ускоряется Китагава. И защитник бежит медленнее, да. Все сделано очень и очень чисто. Причем и пас прекрасный, и не успевает вратарь на эту передачу никак выдвинуться. И в противоход вратарю забивает Китагава. 1-0. Ну вот игра и теперь должна раскрыться. Первый гол в сезоне Коя Китагава.